Наталья Комарова поделилась опытом Югры в вопросах взаимодействия с инвесторами. Губернатор приняла участие в работе сессии выставки «Иннопром-2023». Международная промышленная площадка открылась сегодня в Екатеринбурге. Делегация Югры принимает активное участие. В Югре сейчас активно развивается система индустриальных технопарков. Для инвесторов открыты широкие возможности. Действует закон с несколькими проектными режимами. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, концессии, соглашение о государственно-частном партнерстве. Губернатор автономного округа отметила необходимость выстраивать отношения между инвестором и государством, основываясь на взаимном доверии. Оно приводит к положительному опыту, который есть у Югры. Например, строительство детских садов с помощью механизма государственно-частного партнерства.